К 11 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорили бывшего председателя правления банка РБК Жомарта Иртаева. Приговор огласили в Алматы. Экс-банкира также лишили права заниматься банковской и финансовой деятельностью сроком на 10 лет. Напомню, Жомарт Иртаев был признан виновным в деле о хищении почти 144 миллиардов тенге в банке РБК в период с 2011 по 2017 годы с использованием служебного положения и в отмывании денег в особо крупном размере. По делу проходили еще и другие лица, причастные к данному преступлению. Каждый из них получил наказание в зависимости от тяжести содеянного.